Всем привет, ребята, меня зовут Компот, и сегодня я принял непростое решение. Сегодня я уничтожу реалистичный мир Майнкрафта, сегодня я уничтожу реалистичную деревню. Почему я принял такое решение, сейчас все расскажу. Ребят, все вы смотрели мое видео про реалистичный Майнкрафт, оно у меня есть на канале, оно вам очень понравилось, собрало довольно-таки много просмотров. Если вы его не смотрели, обязательно посмотрите, ребят. Оно называется «Как мне выжить в реалистичном Майнкрафте». Вкратце я рассказываю, в том видео мы построили специальную установку для перемещения в реалистичный Майнкрафт, вот так вот она выглядит, я ее немного за кадром также подкорректировал, все механизмы, ребят, спрятал в дом на этот раз, а не на улицу, чтобы тут жители вот таким вот не занимались, тут не лазили в проводах, не путались и так далее и тому подобное, ребятки. И случилось ужасное. Видимо, в той самой серии я допустил какую-то ошибку в сборке и сам того не подозревая, ребятки, разорвал вселенные. Как это выглядит, сейчас покажу. Я летал вокруг нашей деревни и заметил вот это вот. Это самая настоящая черная дыра, ребятки. И с каждой минутой она становится все больше и больше. Вот, обратите внимание, она съедает просто блоки, она съедает все спрутов, воду, и она становится реально больше. И она вот так вот висит уже где-то дня три, ребятки, и нужно что-то с этим делать. Я прочитал в интернете, спросил мнение знающих людей и понял, что нам нужно уничтожить реалистичный мир Майнкрафта для того, чтобы вот эта вот связь, вот эта вот черная дыра прекратила распространяться, и все, ребятки, было нормально, и Майнкрафт стал Майнкрафтом, а реалистичность осталась в реальной жизни, и все было, ребятки, нормально. И поэтому прямо сейчас мы с вами перемещаемся в этот красивейший реалистичный мир Майнкрафта, чтобы, ребятки, все там исправить и уничтожить эту деревню. Ну что, вы готовы? Как всегда, встаю куда надо. Раз, два и три, ребятки! Ё-моё! Тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо! Вроде да, все отлично. Я, ребятки, в том самом реалистичном Майнкрафте. Давайте в этом даже убедимся. Выйдем на улицу и... Да, ребятки, все. Я прямо сейчас нахожусь в реалистичном Майнкрафте из той самой серии. Вот деревенская кузница, вот дома, вон там дом мэра находится главный. И мы тут. Все, теперь нужно как-то, ребятки, уничтожить этот мир, максимально его разрушить, потому что разрушенный мир, он не может приконнектиться к нашему Майнкрафт-миру целому. И поэтому, ребятки, нужно это побыстрее сделать, пока последствия не стали необратимыми. Ё-моё, я уж тут разучился играть и прыгать, ребятки, но вот, все, разрушаю. Хотя, что-то, ребят, это как-то слабовато. Нужно сильно, нужно нормально, нужно... Ай, ё-моё, рука уже болит. Не-не-не, нужно использовать что-то потяжелее. Например, слушайте, например, дробаш. Почему бы и нет? Я думаю, это самое то. И, блин, как же жалко разрушать красивый этот Майнкрафт. Вы посмотрите, реально, какой он детализированный. Я просто могу сейчас вот эту вот штучку в руку взять и куда-нибудь выбросить. Или, допустим, закопать ее под землю. Вот, смотрите. Вот, видите, там уже бедрок, нифига себе. И, смотрите, я могу что-то взять вот таким вот образом и сюда вот закинуть. Почему бы и нет? Пусть лежит, отдыхает, как говорится, откисает все. Не будем мусорить, как говорится, да, ребят? Мы же порядочные. Ладно, продолжим. Но у меня также еще тут есть доски. То есть я могу и починить в нужных местах. Например, вот так вот, ребят, заколотить. Да, кто не знал, могу тут и блоки ставить. Это же тоже Майнкрафт, согласитесь. Но у нас сегодня другая задача. Наша задача, наоборот, все разрушить, а не, ребятки, построить. Вот такие вот дела. Вы только взгляните, как же это реалистично, ребят, все выглядит. Я могу просто так бах-бах-бах-бах-бах. Ладно, все, хорошо. Задача сломать. Мы прямо сейчас с вами будем ломать. Слушайте, вот бы этот балкончик упал. Давайте вот так вот. И вот так вот. Что-то он не падает. Надо, наверное, использовать что-нибудь пожестче. Например, вот эту вот тему, только отойти бы. И давайте, ребятки, бабах! Как же это эпично, слушайте, а мне нравится разрушать, мне это нравится, давайте еще один запустим и, вау, это очень круто, ребятки, это реально очень круто, смотрите, сейчас этот дом упадет, давайте до конца уж его дорушим, чтобы он полностью упал и верхние этажи разрушились, потому что, смотрите, он же держится на соплях буквально, тут что-то горит, кстати, давайте поможем этому горению, у меня как раз тут есть огниво, вот так вот все подпалим, пусть горит, блин, как же это красиво выглядит, офигеть, ребятки, но все же, если вы не смотрели предыдущую серию, по вот этому реалистичному Майнкрафту, обязательно посмотрите, она будет в конечных заставках и подсказках в правом верхнем углу, ребятки. Так, смотрите, еще немного осталось, и первый дом упадет. И этой деревни, можно сказать, уже не будет. Ну, как не будет. Тут еще дел, конечно, попой жуй, как говорится, да? Ну, ничего страшного. Мы сейчас доделаем все, ребят, по красоте. И полетел! Полетел!
Вау, прикольно, слушайте, мне очень нравится. Правда, у меня аж начинает немного подлагивать. Ну, как говорится, а чего вы хотели? Это все-таки реалистичный Майнкрафт, очень тяжелая игра. Серьезно, не каждый компьютер, как говорится, потянет реалистичный Майнкрафт. Так, нужно устроить пожар, точно. Давайте подожжем это дерево. Оно же будет гореть? Оно должно гореть. Да, ребятки, все, отлично. Я его изнутри поджег, и теперь оно горит. Господи, как же это красиво и как же это залипательно. Можем его даже, кстати, рукой срубить, но нам это не нужно. Нам это не нужно. Мы лучше уроним, давайте, вот эту вот тему, которая мне не нравится. Вот этот колокольчик. Все, пожалуйста, падай, дружище, падай. Ой, ё-моё, вы видели? Я сейчас подлетел. Как это круто выглядело. Слушайте, ребят, кстати, я тут еще заметил место такое. Видимо, тут должны были свинки и коровушки тусоваться. Но теперь тут буду тусоваться я. Тихо-тихо-тихо-тихо. Сейчас будет большой бабах. Давай, динамит и бам. Ё-моё, посмотрите. Были бы тут свиньи и коровы, ну, я бы, конечно, не бабахнул это место, потому что, ну, как-никак, ну, не будем же мы так поступать, ребятки, да? Но тут никого нету, поэтому можно, как говорится. О, господи, ё-моё, меня чуть не придавило этим грёбаным кустарником. Пошел вон отсюда, пошел вон. Как же это красиво, ё-моё, я готов тут часами проводить время. Я готов вот так вот все ломать, по крупицам разрушать, ведь это реально очень круто. Давайте посмотрим, что тем временем происходит у нас тут. Ну, дерево догорает, скоро оно догорит, ребят. И свалится. Интересно, успею ли я запечатлить этот момент или нет, мне очень интересно. Или немножко поможем этому моменту. Слушайте, давайте немножко поможем. Вот таким вот образом. И вот таким вот образом, и все, дерево полетело. Полетело. Главное, чтобы меня не придавило, и оно упало вот сюда. Давайте этому колоколу тоже поможем грохнуть. И вот так вот сейчас оно развалится. Осторожно. Блин, как же это медленно все в слоу-мо падает. Дерево обугленное, уже сгоревшее. Что тут? Тут у нас, ну, дому мэра точно не поздоровится. Дому мэра точно не поздоровится, но теперь давайте разрушим то место, откуда, ребятки, я пришел. Это очень важно, потому что, как вы могли заметить, в предыдущей серии, в этой серии я телепортируюсь в этом месте, поэтому нужно разрушить его. Знаете, ребят, я заметил, у меня не подлагивает, это какой-то, знаете, режим слоу-моушена будто включился. Я вам серьезно говорю, вот давайте вот так вот будет проще подниматься. Нам бы запустить сюда внутрь ракету. А почему бы и нет? Ракетка у меня-то есть, ребятки, верно? Ракетка-то у меня есть, давайте-ка запустим ее сюда. Почему бы и нет? И... Оу, там внутри что-то произошло. Ой, тихо. Главное самому не подорваться, а то опасно очень будет, ребятки. Сохранения тут как-никак нету. Тихо. Давайте лучше за огородик, ребятки, встанем. Какая дыра, какая яма. И, кстати, ребятки... Перестала подлагивать, заметьте, перестала подлагивать. Ладно, о-о-о-о-о, тихо, накаркал. Я хочу, ребятки, чтобы верхний этаж рухнул, почему бы нет, поэтому давайте по максимуму запускать. Правда, тут очень долгая перезарядочка, но ничего, главное, что все красивенько разлетается. Ребят, тут уже все еле держится. Посмотрите, давайте стреляем в несущие стены, и сейчас они должны разрушиться. Сейчас все будет, ребят. Сейчас все это просто... Я промазал. Окей, я промазал, куда-то не туда выстрелил, но теперь я надеюсь, я не промажу. Все попадет. Отлично, попал. Посмотрите, ребят, что тут творится. Тут уже все разрушено. Тихо, давайте сюда заходим. Нужно еще немножко. Йоу, тихо. Нужно быть аккуратнее, ё-моё, потому что тут уже все, ребятки, еле держится. И все висит. Меня аж оконтузило немного от взрыва, как вы видите. Так, тихо. У нас осталось, ребятки, буквально две колонны. Тихо. Не надо на меня падать, не надо. Ё-моё, как же это эпично было. Ребятки, осталась кузница. Осталась только лишь одна деревенская кузница. Да, ребятки, это последний домик, который нам нужно будет с вами уничтожить. Потому что мы все остальное уже бабахнули. Главные основные дома, все, с ними покончено. А именно это был дом мэра. Дом, в котором я всегда телепортируюсь, ребятки. Ну а теперь кузница. А теперь моя деревенская кузница. Для начала я бы хотел что-нибудь написать, ну потому что жалко. Например, давайте напишем пока, почему бы и нет. П, О, К. И вот такую вот буковку А красивейшую. Во, пожалуйста, готово. Ну а теперь, ребятки, можно и подпалить немножечко. Это хотя... Погодите, лучше давайте потушим. Для начала потушим. Я хочу проверить, ничего ли там у меня внутри важного не лежит. Давайте, ребятки, вот так вот. Бам! Все, замок слетел. Залетаем в здание. В сундуке. Что у меня лежит в сундуке? В сундуке у меня, да в принципе, ребятки, ничего. Давайте посмотрим. Так, тихо. Вытащить надо отсюда. Уголь. Иди сюда, уголь. Отлично. Что еще? Редстоун у меня. Да, короче, ничего важного. Я бы думал, алмазы тут лежат. Ну не, смотри, тут редстоун и уголь. Поэтому, ребятки, можно это все залить нафиг водой. Вот таким вот образом, пожалуйста. Сундук с водой, как говорится. Да, и с дробаша сюда. Почему бы и нет? Ё-моё, меня же рикошетом сносит. И вот так вот в лампочку. Бам!
бам, 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 бам. Ну а теперь самое интересное. Я хочу взять вот этот рокет лаунчер и прямо вот сюда вот в перекрестие долбануть, ребятки. Вау, слушайте, а эта кузница прочнее, чем я думал. Она держится, поэтому я думаю, что нам тут поможет только лишь огонек. Вот таким вот образом мы просто его сюда добавляем. А дальше я думаю, что он сам уже спокойно распространится. И как же круто это выглядит, ребятки. Вот так вот просто можно палить, палить, палить. И вот-вот, я думаю, она тоже рухнет, и все будет нормально, и все, ребятки, будет отлично. Вот так вот тут вот тоже вышибаем все вот эти вот такие вот моментики спорные. Давайте их решать, ребятки. Блин, ну, конечно, ребята, это все очень красиво выглядит. Мне жаль терять. Давайте, хорошо, давайте сделаем так. Если это видео соберет много лайков... Тихо, тихо, осторожно надо. Если это видео соберет много лайков, я запишу еще одно видео по реалистичному Майнкрафту. Какое-нибудь. Я попробую еще раз. Но на этот раз, смотрите, огонь перебрасывается на соседнее здание, ребятки. Ну, ничего страшного, ничего страшного. Это нам только на руку. Стоп. А так было или не было? Ребят, кажется, реалистичный Майнкрафт начинает уменьшаться. Смотрите, тут просто ничего нет. Я боюсь даже упасть за пределы этого мира. Ну его нафиг. Давайте поэтому вот так вот туда он будет внутрь накидывать. Тихо, 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 тихо. Главное, чтобы меня не задело. Главное, чтобы, ребятки, меня не задело. Ну так вот, я сделаю все правильно, тогда я построю супер нереально крутой механизм и уже по-нормальному попробую выжить в реалистичном Майнкрафте. И все для того, чтобы у нас не разорвались вселенные обычного Майнкрафта и реалистичного Майнкрафта. Я надеюсь, что вы реально поставите много лайков. Давайте наберем более 100 тысяч лайков. Вот так вот просто накидываем, ребятки. Как же это выглядит? Тихо, 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 тихо. Не надо, не надо тут, не надо. Ой, 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 тихо! Ё-моё, меня чуть не бабахнуло, ребят. А, что, что происходит? Ё-моё, где я? Погодите, я в обычном Майнкрафте, ребят, я в обычном Ой, слушайте, вот после реалистичного Майнкрафта никак не могу привыкнуть. Погодите, ну-ка, ну-ка, да, ребятки, я в обычном Майнкрафте. Помните, ничего не ломается больше по пикселям, все ломается блоками. Жители, извините, что я тут все ломаю, я просто очень счастлив. Ребятки, смотрите, пропал полностью мой механизм, погодите. А у меня в кузнице остались предметы или... Да ё-моё, я никак не привыкну. Не, ребятки, у меня не остался тут механизм, все пропало. Погодите, а черная дыра? Главное проверить черную дыру, хоть бы ее не было, 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 и... Ребят, ее нет. Ее нет. Мы с вами все сделали. Сегодня мы с вами, ребятки, разрушили реалистичную деревню в реалистичном Майнкрафте. Поверьте, так надо было. Но если вы наберете много лайков, я реально займусь прям этим. Я возьму, ребятки, и попробую собрать самый настоящий механизм. Найму какого-нибудь профессионала, попрошу помощи, не знаю. Сделаю все, что угодно, но за ваши лайки, ребятки. Так что ставьте. Всем удачи, всем спасибо и пока, ребята.